Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2, и у нас тут Bigwave Beach, 5 уровень, и это шляпа. Так, что у нас тут? Я, по-моему, не пробовал проходить этот уровень. О, у нас новое растение. Ну, я, собственно, знаю, как оно работает. Интересно, а что будет, если сюда вода придет? Я посажу эту шляпу сюда, потом она уйдет. Пропадет, что ли, растение? Ну ладно. Так, давайте вот эту шляпу сразу затянем, потому что эти не справятся. Во, нормуль. Так, пока нам не дают этих, я предпочту ставить вот на эти ряды. Так, эту шляпу будем сразу затягивать. Блин, не знаю, справится ли он с этой. Вот тут точно надо затянуть. Блин, да чё ты как-то вообще ни с кем не справляешься, дурень. Ты ещё дурень? Ты ещё ничего не можешь, ёпта. Лохуплендер, ёпта. Ты ж ёпта. Какие тут эти страсти. Мордасти. Ну и чё, ёпта? Вон говняка затащили. Давай, давай, тяни его. Блин, вода, скотина. Легко. Блин, ну что ж так слабенько-то? Так, давайте эту хрень затянем. О, у нас достижение. Эй, дайте снарех, пожалуйста. Плиз. Ну ёпта, сажайся, твою мать. Так, давайте. Блин, побить. Блин, интересно, как у нее буст работает. Ну, я так думаю, она просто по области захватывает там, например, вот так. Так. Так, давайте затянем этих гондонов. Сейчас тут мечты. Да, конечно, полезные растения, но вот в первой части у него был очень длинный кулдаун, как у стенореха, так что, как бы сами понимаете, тут-то нам его дают, вон, буквально через каждый раз. А на самом деле фиговенько. Блин, а интересно, оно, если я посажу в кучу, она выберет самого сильного? Или как она вообще будет? Ой, блин. Нарехал по
Дайте дайте на реку. Ну-ка давайте проверим. Уроды. Стенорех, штуки. Стенорех, твою мать. Да ну блять! Да вы уроды! Чё вы мне дали, суки? Да вы тварины. Стенорех дайте у доты, блять. Скотины заставляют меня тут нервничать, а? Так, ну все, пошла последняя волна, значит, мы победили. Вот, это уже стопудово. Может, даже газонокосилки не будем тратить. Ну да, я думаю, не будем. Должны так справляться, наверное. Черт его знает. Тут больно их много. Нет, шляпа не затягивает самых сильных. Ой! А у нас там прорыв тем самым. Нам тем самым не дают никакого стенореха. Так, давайте тут посадим. Да ты идиот, блин. Что ты мне дал? Андерталец. Не, ну походу пройду все-таки. Блин, жесткий уровень. Да, не зря это самый сложный мир считается. Так, вон там вот. Ой, везде прожрали. Блин, ну идите в анус, да? А чё вы такие наглые? Вот нафиг мне тут пляж дают. Ой, ну все, вообще все не просрали. Да ну блин, стенорехи не дают. Скотины. Так, ладно, давайте ускорим уже. Мне вообще пофигу. Что у нас там кто прожрал? Главное, что уровень не зафейлен. Вот. Это самое важное. Ну, получим мы там на 50 монет меньше. Ну и фиг с ним. В принципе, у нас их и так 50 тысяч. Немного. Да блин, опять не на эту хрень. Ой. Ха, лол. Да блин. Сейф это сексит. Ну там был написан 6-й уровень, я так понимаю. Блин, куда меня выкинуло? Ой! Блин, это говно такое громкое. Куда меня кинуло? Какой-то синий фон, как в этом Dark Ages. Да ну ёпта, блин, вообще какая-то шляпа. Чё творится? Блин, вот пока этот сраный квест не добавили, нормально игралось. Теперь я, блин, должен его пройти. Вот они вообще мозгами, блин, думают, если я не хочу его проходить, если я его специально не прохожу. Сфигли вы мне его суете, ёпта. Трубоящер. Ой, а тут у нас все эти заполнены. Ну вот как бы, да, видите? Два слота. Все-таки третий, если бы у нас был, не помешал бы.
Блин, а че? Опять мне эту шляпу дали. Блин, и чем я должен тут играть? Часу, а чем я должен здесь играть? Нужно вот этой шляпкой попробовать. Чем еще? Блин, ну я не знаю. Давайте электричкой здесь. Хотя... Ладно, давайте возьмем все это, если что, потом переиграем. Какой-то странный уровень. Давали там кучу бесполезных растений. Ну, точнее, одно как минимум. Вот, да, истинно реку я другой, наверное, взял. И подсолнух другой. Не совсем понятно, что они хотели этим сказать. Так, ну вот, смотрите. Ну да, у него тоже большой кудаун в первой части. Вот, собственно. Почему я не буду? Блин, ну я так понимаю, нам нужно два ряда засаживать этими подсолнухами. Блин, фигавые крутые. Давайте пока вот так вот сделаем. Да ёпта, блин. Да я сажать не успеваю. Вроде. Ну чё, я ещё экономику не отстроил. Убей, скотина. Скотина. О, нормально. Блин, только надо не забывать эти сажать. Так, ну вообще я хотел установить, что тут, наверное, выставляться. Да. Так, давайте эту шляпу затянем. Пожалуйста. Блин, да чё ж такое? Сразу и жёсткие замки пошли. Да. Чувствую, мир будет непростым, если тут такие шестые уровни. А на пятом мы сдавали все газонокосилки. Вообще, шляпа получается. Так, давайте попробуем. Нам не нравится. Блин, а эта шляпа вообще вылезает, собирается или как? Мне вот интересно. Я ее когда должен взять, а? Ну и куда ты бьешь, скотина? Да ну нахуй. Блядь, ты скотина. Давай, убей эту шляпу. Убей шляпу! Убей шляпу, скотина. Да ты чё творишь? Блин, пипец. Да. Тот ещё пипец. Пипец-пипецкий, на самом деле. И подводные какашки. Это какие-то какашки. Так, давайте еще одну шляпку поставим. Не, ну пока мы живем, вроде как. Блин, я уже не знаю, кого вытягивать лучше. Давайте вот этого.
Так, надо вот эту фигню сажать, а то поплывут наши растения. Вверху. Так. Блин, вишню бы надо было вот эту, да? У нас здесь всего два слота было на фигуре. Так. Так, ага, давайте еще вот так вот. В принципе, нормально будет. А, я вот это вот, я не ждал вот этого. Да ёпта, блин. Ну что за фигня, с игли они так вылезают. Что это, блин, за внезапные появления? Да пошли в ад. Так, сделаю. Я думаю, это будет нормально. Ну а что, если честно, я вообще не хочу дура не перестал. Это мысли. Я туда уже ничего сделать практически не могу. Вообще не охота думать, что это можно сделать. Блин, вот эта шляпа вообще нормальная, просто я купил ее. Я думаю, мне без нее бы было непросто. И будет непросто. Бля, так она, это, она получается водная шляпка-то, если я правильно понимаю. И нет, просто. Что-то я не знаю, когда она должна появиться, но как, на каком этом, в каком мире. Но у нее какая-то утка на башке. Я так предполагаю, что она к водным шляпам относится. Вот, и, наверное, с ней нам должно легко проходить. Более-менее легко. Этот мир. Вот, ну это моё. Я фиг его знает, оно все-таки было за кристаллы, может быть, не будет легко. Тут столбал мракобес. Ой. Так. Так, так, так. О, нормально. Давай. Эх. Чуть сюда посадил. Блин, да убейте его. Давайте запустим. Еще. Куда ты бьешь, блин? У тебя тут кузнецы. Во, вот по этим, вот по этому ты долбоёб. Во-во-во, давай-давай. Отлично. О, нормально. Так, отлично. Хорошо, мы забустили на самом деле.
Эх, жалко. Вот это. Не побили немного. Так, ну вот этого мы затянем. Чиборген. Чиборген моей мечты. Так, отлично. Можно еще одну шляпу посадить. Да, электрички у нас вначале, конечно, более-менее справлялись. А теперь только эти, да? Блин, хотя я не знаю, если я ставил электрички, может, они тоже справлялись. Но хз. Так, давайте на реку. Пожалуйста. Не, ну мы в любом случае опять же победили. Вот, только я вангую, что мы опять потратим все газы на косилки. Может не все, но... Большинство точно. Эй, а чё? Вот эту, короче. Я так думаю. Только одну. Ну да, получится. Может, две получится. Блин, ну ты чё, не затянул он? Так, ну да, для удовольствия, конечно. Всё, в принципе. Так, замечательно, прошли мы уровень, выдали нам это растение. И супер. Так. О, нам, кстати, дадут 5 кристаллов в следующий раз за 30 ранг. Так, я так подозреваю, у меня опять пропали текстурки. Потому что я вижу сейчас черный экран. Со скидкой. Блин, $7. 7 на сколько у нас? Ну, пусть будет даже на 6. Сейчас доллар меньше 65. Ну ладно, пусть будет даже на 6. Я не знаю, по какому у них тут курсу. Но, блин, 400 рублей. 500 даже, наверное. У них тут сколько вообще? Без скидки стоит. Интересно. Сейл. Блин, а у них сейчас сколько пишет скидка-то? $3. Ну да, у них курс. А чего у них такой курс дорогой? И сколько у них курс стоит здесь? $3 по 7, что ли? 70 долларов. Ой, 70 рублей. Даже больше 70. Фига вы. Крутые пацаны, блин. Курс падает, у них, блин, вырос. Пипец. Ладно, ребята, я тогда на этом этот выпуск закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психиатр.